А перед началом видео ролик оставить не подписаться на этот канал Хорвар Игры. Он снимает куб и мобильных игр. Да, подписывайтесь на его канал. Ссылочка будет в описании. У него канал основан в 2017 году. Тут у него нет плей листов, но зато видеоролики есть. Ладно, давайте подписывайтесь на его канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать интересные видеоролики. А теперь переходим к моему видеоролику, дорогие друзья. Йоу-йоу-йоу, магнитолог, сегодня с вами хочу, да я, Magneto Play. Сегодня ответ на мальчику о мобильных пикеров. Одна четвертая финала, второй матч, первый матч у нас был, как вы помните, со счетом 1-1, а второй матч у меня, как всегда, не получилось записать, вот, и сегодня я, ну, с видеороликом не со своим, а с чужим, так что не обращайте внимания на это, но тем более я хочу сказать, что у нас отличный матч получился. Вы сами сейчас все увидите, и давайте начинать, ребята, давайте начинать. Вот, разводит форвард, а я тем временем начал атаковать. Вот. И он начинает по флангам давать пасы. Да. И тут, смотрите, счет не принес мне гол. Вот. И тут я начинал обороняться всеми силами. Вот. И он, так сказать, момент не реализовал. Да, я начал контратаку, Эдисон Кавани начал, так сказать, прессинговать, и первый удар нанес ворот, вот, и Ян Облак забирает руки, мяч, да. Я скажу то, что матч был очень таким вот накалённым, и я, получается, все силы отдал этому матчу, все накопленные силы, и вот первый удар форварда по нашим воротам, да, по нашим воротам, и угловой удар он навешивает, я забираю мяч, Эдерсон ловит, выносит мяч в поле. Ну, тут первый тайм такой опасный был, да, и вот Фернандо Торрес дал пас на кого-то там, не помню, Хавани. Вот что за удар, вот что за удар был. Вот я не пойму, вот тем временем Стерлинг дает пас на Торреса, Торрес забивает! Фернандо Торрес! Е-бой! Открывает счет, и выводит свою команду вперед. Вот. И я хочу сказать, что я надеялся удержать счет, но как бы не так. Как бы не так. Вот. И получается, я решил сделать такой вот, ну, не делать самый длинный видеоролик, потому что я решил делать его покороче. А тем временем я начинаю прессинговать, тоже подает пас на Кавани, а Кавани тем временем пытается пробить, но он соскальзывает и падает на газон. Тем временем контратака форварда. Форвард очень хорошо себя проявил против меня в этом матче.
Да, я не скажу, что он был сильнее, но я скажу то, что равная игра была. Да. И интересный матч, я мне понравилось, как он сыграл. Просто опасный момент возле ворот, и зачем-то я отдал Торису, но надо было под другим градусом ударить, чтобы не в рот играл игру, а прямо твой ворот. Он тем временем навешивает, я ловлю мяч, вот. Давид Алаба дает пас на Лэмпорта, но тем временем я теряю мяч, и Хилиан Ха, он не попал по воротам. Штанга спасает, правда, тут лаги такие, ужасные лаги, но без этого не Ха. Сами понимаете, да, футбол это жизнь. И первый тайм заканчивается. Второй тайм начинается, я начинаю разводить мяч. Ну, я начал так же, как и форвард, обороны. Вот, и получается, так сказать, попробовать попасоваться и что-нибудь придумать. Но тут моменты были в этом матче, вот такой вот момент хороший, не знаю почему я не забиваю, но момент очень опасный, очень опасный. Если бы возле моих ворот было, я бы пропустил бы, я не знаю. Вот, но удар, я считаю, очень крутой был, навес, и я удаляю, и прямо Ян Облак все-таки берет этот мяч. Туда он нечаянно своего попал, да, Ансу Фати лежит по левому флангу, но я тут решаюсь остановить мяч, да, и все-таки я даю ему бродить по воротам, угловой удар, навешивает, я выбиваю мяч. Эрнандес дает пас на Месси. Месси тем временем в офсайд зашел и, увы и ах. Офсайд, я понимаю, какие у него были причины, что я думаю, он хотел навесить, но офсайд не позволил. Тем временем я навешиваю вперед, вынос мяча. Рахим Стерлинг, по-моему, его зовут, дает пас на Кавани. Вот. Да. Но вы можете поправить меня, как правильно его имя. Я только знаю Стерлинг, его фамилию. Ладно. Так. Значит. Ну, да. Я делал замены. Да. Ну, то есть, как замена, ну, просто передышку я делал небольшую. И он снова промахивается мимо ворот. Опять угловой подает форвард. И тем временем мне удается держать мяч и сохранить себя. Вот. Ну, а сами вы уже поймете, что я недолго фортуна была на моей стороне, так как очень опасный момент возле ворот форварда, и что Фернандо тоже сделал. Он просто тупо по мячу не попал. Это просто, блин, капец какой-то. Это просто вообще. Одним словом, полная хрень называется. Ладно, Эдисон Кавани, ну зачем ты Кавани? Ты дурачок, что ли, Кавани? Ты дурак? Зачем ты пас отдал? Вот. И я бы хотел бы пробить, но все равно зачем-то отдавал пас. Вот и отличный момент был, но как всегда я облажался, Ансу Фати делает и дальше на Месси, ну и Месси промахивается. Да. Месси промахивается.
Тут у меня неудачно монтаж случился, ну да ладно. Вот смотрите, контрата Нетмана была. Я давал пас на Нетмалюйне, на Непалу, Непала, дает пас. И тут я нового собираю и смотрите, что сейчас будет. Вот, смотрите. Он навешивает. Анху Пати дает пас на Хелиан Папе. Нет, еще один пас на Месси, и Леонель Месси забивает. Все-таки форвард забивает, но, блин, нет худа без добра. Я думал, уже все, мне хана. Я уже, так сказать, потерял надежду на выход в этот полуфинал. Вот. И тут серия пенальти все решает. Да. Вот, серия пенальти сейчас будет у нас пробиваться. Первый удар за форвардом. Ансу Фати бьет прямо в центр. Но я прыгнул в правый угол, я думал, он туда будет бить. Но фигушки на фигушки. Как говорится. И Мало и Мало бьет по 12 номерам. И я, так сказать, разбросал по углам очень отличным ударом. Леонель Месси пробивает по воротам, и это гол. 2-1. 2-1. Да, и, так сказать, Эдисон Хавани тоже отличился. Молодец, да, я за него очень рад, то, что он хотя бы один гол забил в этом матче. Вот, хотя не в основное время, но все же. Да, ну и форвард тоже забивает. Да, теперь я, да? Теперь я бью. Прямо по центру, прямо по центру, он не угадывает. Да, Кевин Дебрюйн бьет по воротам, и я угадываю на сей раз. Слава богу, счет 3-3, очень опасный счет. Скользкий, Нетмен пробивал по воротам, но, блин, ну что это за удар? Я сам виноват, да. Я признаю свою ошибку. И он тоже, так сказать, серьезный гол забил. Да. И последний удар, смотрите, что сейчас будет. Это просто тупой удар. Как так можно пролететь прямо по центру? И он выигрывает. Ну ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока. Пока.